давай, рассказывай свой стишок. Снежок идет, порхает, кружится, идет. Снежок? Снежок идет и кружится, а то... Скибиду папа. Скибиду папа. А как ты там говоришь? Как у мамы реклама? Как у мамы? Азино? Азино, уже папа спасила мне пора. Это... Бабло в стручках, мастер, в туфлях. Это все слова-паразиты, рекламы-паразиты. Нельзя ни в коем случае смотреть телевизор для взрослых деткам. От этого дети могут нахвататься разной гадости. Да? Нет, я не смотрела страшные. И не надо повторять, хорошо? А я не повторял. Такие страшные, страшные гадости. Ой, ой, ой. Я зайка Барелина. Зайка Барелина? Да. Угу. Стишок ты хотела рассказать новогодний. Ладно, снег не выдержит. Наверху звезда блестит. А на ветках шарики, на острове фонарики, птички, рыбки, флаги с цветной бумаги. А расскажи еще про лес. Кричит ворона. Нет. Летит ворона в небе, кар-кар, супозарь, супозарь. А леса очень просто, мне поселились очень. Молодец. Всем пока. До свидания. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Какие лайки? Лайки? Ну покажи, как показывает лайки. О, вот так.